заместителем мэра говорил. Мы будем заказывать, первая его реплика была, мы будем заказывать независимую экспертизу, а потом он сказал, все переделаем, и ничего. А смысл приносить на 29-е? Не, ну, вот есть, есть недоделки, которые можно сделать, мелкие, типа скамейки недоделать, асфальтные, вот, провалы в асфальте, провалы в брусчатке, это можно сделать, поэтому в любом случае... запросили неделю в срок еще, чтобы переделать. Я правильно говорю, да? До 29-го все сделать. И с теми замечаниями, которые мы вам отразили. Сейчас мы протокол подпишем, предоставим, подпишем, и тогда будем... Также через неделю 29-го в 18:00 опять встречаемся. А если, пожалуйста, асфальт, а столбы? По столбам и по асфальту было тоже отражено. Нет, это понятно. А дата когда? 29-е, пока все на 29-е. Вот смотрите, подрядчик говорит, нет. Будем решать, смотреть. По асфальту? Принимается, принимается объект только в полном, как сказать, готовности. Частично ничего не принимается. Все, что могу сказать. А если не успеют? 29-го. Предъявлять будем. Еще ничего не предъявляли? Нет, мы считаем. Выставили пока. То есть пени уже идет, да? Да, да. Если да. Пеня, есть и штрафные санкции. Пени идут. Согласно контракту, там, где, тем более 15.08 они должны были сдать, но не получилось. Мы им озвучили все недостатки, которые были. Обеспечение. Не сделали. Еще даем шанс. Что доделать в любом случае нам нужно.